Привет, друзья! Вы на спортивном канале Play Sport. Я для вас подготовила разбор интересного чемпионата, проходившего в Бразилии в 2023 году. И обсудим сегодня таких спортсменов, как Анна Сантос, Камила Оливьера, Леви Кастильо и Аманда Фиделис. Ну что, поехали! Элоя Камило, еще одна представительница Бразилии, будет бороться на этом чемпионате. Начинает она с легкого прыжка по коэффициенту сложности 2,7 и выполняет задние стойки 1,5 оборота вперед в положении группировка. Не, как-то не получается у нее отскок, не сгруппировалась она очень хорошо. Плохо был у нее просто вход в воду, образовала огромное количество брызг, она их не погасила. Грязно выполнила этот элемент, конечно, низкий балл выставили ей судьи, всего 35,10. Анна Сантос, бразильская спортсменка, готовится показать свою первую программу. Давайте отметим, что Анна очень опытная спортсменка, участвовала уже в очень больших чемпионатах. Думаю, составит очень хорошую конкуренцию девушкам на этом чемпионате. Находится она в прекрасной, хорошей форме. Сейчас будет выполнять задние стойки 2 оборота назад, положение сложившееся. Ух ты, какой прыжочек! Посмотрите, какой был погашенный чистенький вход. Довольно неплохое начало. По баллам за прыжок ей выставили 46,50. Сейчас посмотрим третий раунд. Первых 2 прыжка были очень хорошими. Все сложилось удачно для Сантос. Нужно ей дальше продолжать в этом духе. Так, видим, хорошую скорость набирает. Отлично выполнила отскок. По элементу выполнила Анна 3 оборота вперед в положении группировка. Очень чистый вход. По баллам получила за прыжок 62,20. Ну, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подпишитесь на канал и всем пока!